Поезд приходит с опозданием, сетуют уральцы в соцсетях. С аналогичной проблемой местные жители обратились на наш телеканал. Однако на самом вокзале заверили, что проблема уже решена. В сущности, опаздывал один поезд направлением Алматы-Уральск через столицу. На сегодняшний день ситуация уже несколько дней как стабилизировалась. Задержки были связаны с ремонтными работами на одном из участков пути. Погодные условия здесь ни при чем, заметила заместитель начальника Уральского вокзала Гульсара Жумагалиева. Сейчас все поезда ходят по графику. Чтобы ввести график поезда, мы еще с Уральска у нас формировался поезд разового назначения до Ахтубе, потому что опаздывающий поезд ожидал его по станции Ахтубе, и для его ввода в график отсюда назначался поезд разового назначения. Всем пассажирам выплачивались 3% за каждое опоздание. Также при доставке пассажира до станции Ахтубе выплачивалась разница за категорию вагона. Кроме того, по словам заместителя начальника вокзала, существует приложение «Дармен», в котором ожидающий поезд могут самостоятельно отследить местонахождение состава и определить, опаздывает он или нет, или идет в соответствии с расписанием.